Снова здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Леонард, и мы продолжаем проходить такую замечательную игру, как Тунгуска, секретные материалы. В предыдущей части мы остановились на том, что все-таки нашли Морджа, но нам надо его еще и помочь. Свеча почти догорела. Спасти его. Что это проволока? А, вот это что ли? Это торчащее. Небольшой проводок печально свисает с подсвечника. Возьмем, пригодится. Ну, таки длинный. Это с моего взгляда. Ну, то есть с нашего взгляда Макса, это, по-моему, не очень такое длинное. Ну, под здесь она, по сути, была короткая. Вот здесь вон какая. Ага. Статуя. Скорее всего, изображает кого-то из рода Моранжи. Может быть. Статуя слишком массивная? Сдвинуть ее с места невозможно. Так, ну... Пейзажи. Кажется, я помню, что здесь если надо не сделать. Если не ошибаюсь, здесь изображены окрестности замка. Ну, в смысле, с этой статуей. Погода очень типичная для Ирландии. В такие дни лучше вообще не вылезать из постели. Итак, что тут у нас? Гольфы? Шорты. Здесь нет ничего, что могло бы меня заинтересовать. Ой, что это? Монета. А сейчас мы в чужих вещах копаться будем. Просто мечта. Будь у меня такая, я бы любую женщину покорил. Если бы только Нина была здесь. Кажется, я понимаю. Кажется, я подозреваю, что у него на уме. Эта монета наверняка стоит целое состояние. Не, он... Вот ведь постели сразу вспоминать про Нину, это... Это вообще извращение какое-то. Так, все, больше ничего нету. Вот зачем идти? Там он уже с места сможет это как-то прокомментировать. Зачем подходить? Судя по всему, картины очень старые. Так. Тяжелая штора. Похоже, из парчи. С ней что-то сделать можно даже. Проход. Несколько ступенек ведут в темноту. Пахнет плесенью. Интересно, что там внизу? Пойдем глянем. Опа. Я даже не представляю, как пробраться через решетку. Я даже не представляю... Это что такое? Так. Что это? В камне есть ниша, но отсюда не видно, что в ней. Ладно, раз уж не видно, так тут точно все. Ладно, я вам хоть и обещал вот этими вот подсказками не пользоваться, но поверьте, это очень трудно делать. Пыток. Забавно обнаружить такое в замке. Правда, когда я смотрю на это и думаю, что здесь действительно пытали людей до смерти, это уже не смешно. Веселенькие украшения. Надеюсь, что это только украшение. Да, Макс, надеюсь. Даже думать не хочу, для чего их использовали в камере пыток. Так, кажется, я начинаю понимать, что с ней. Как ее использовали здесь. Остывшие угли. Их подобрать нельзя, к сожалению. Идеально для людей, соотношение рост-вес у которых не соответствует высоким современным стандартам. Честно говоря, меня вполне устраивает мое тело в том виде, в котором оно сейчас. А, это чтобы растягивать, да, тело? То есть вот сюда ноги привязали, вот сюда. Вот об эту веревку привязывали руки и вот так крутили. И вот веревка сокращалась, вот так человек растягивали, боже мой. Вот и железная дева. Шипы настолько острые, что я бы ни за что не стал их трогать. Да, вот это вот, наверное, самое страшное, что... Самый страшный предмет для пыток, потому что... Наверняка с их помощью раньше сковывали пленников. Потому что... Как бы вам объяснить-то? Потому что шипы расположены так, чтобы жизненно важные органы не задевали и... Тем самым смерть была медленной. Это ужасно, если честно. Так. Наверняка с их помощью раньше сковывали пленников. Ну да, можно так сказать.
Ну, все, больше ничего. Да вот что я вожусь-то одним кликом. О, как тут клево. Я и забыл про эту комнату. Небольшой табурет. Судя по всему, в этом камине огонь не разжигали очень давно. Очень милый канделябр. Интересно, почему стул стоит посреди комнаты? Портрет лорда Уильяма Моранжи. Годы жизни 1270-1305. Ничего себе! Прожил 35 лет, а выглядит на все 60. Ну да, откуда у него в 35 лет уже седая борода начала расти? Это немного странно. На этих часах без четверти 7. Они явно стоят. Забавно, маятник все еще качается. Да, вот это качание мантика, это как бы означает то, что часы еще работают, но здесь, видимо, другой Хотя случай. наконечники копии уже очень старые и явно побывали в деле, они все еще достаточно острые. Ой, боже мой, зачем я это взял? Большая часть этих книг меня не интересует, но тут есть книга о старинных замках с привидениями. Здесь рассказывается о замке Моранжи. Ходят слухи, что у Уильяма Моранжи, который жил с 1270 по 1305 год, похоронили без соблюдения местных обычаев и традиций. Более того, для него даже отказались зажечь погребальный костер. Когда его положили в саркофаг, на нем были только простая рубаха и фамильный амулет. Говорят, с тех самых пор он выходит после полуночи и бродит по замку, неся месть незваным гостям. Хотя я и не верю в привидения. Лучше вытащить Моранжа из колодца до полуночи. Да, времени у нас еще много. Если верить этим часам, у нас сейчас... То есть в игре сейчас пол Цепь седьмого. чуть-чуть сдвинулась с места. Лучше отпустить рычаг, иначе канделябр упадет с цепи на пол. Старая керосиновая лампа. И керосина в ней, кажется, вполне достаточно. Давай, бери. Ее можно зажечь? Факелом нет, ни с чем ее соединить нельзя, так сказать. Нет. Так, то подождите. Может быть, нет. Я помню, что мне здесь можно что-то сделать, только я уже не помню, что. Полагаю, здесь покоится один из предков лорда Моранжи. Это каменный саркофаг. Мне ни за что не сдвинуть с него крышку. Так, а чем мы сможем ее подвигать? Налью керосин в желоб, идущий вокруг саркофага. Так. Макс, стой на месте. Ну-ка. Я не могу найти трещину, куда можно было бы просунуть меч. Жаль. Думаю, стоит зажечь факел. Как я уже туда жечь? Я не понимаю. Не, это тоже глупо. А что мне надо сделать? Что? Здесь мне что-то... Да? Надо... Нет? Вообще? Так я уже в отчаянии. Что мне надо сделать? О! Там уже достаточно угля. А уголь взять не можешь?
Так, а что, простите меня, делать? Может, мне кобрат положить? Я реально не помню, что мне надо сделать. Помню, что мне вот здесь надо что-то как-то соединить, что-то с чем-то. Что-то с чем-то, но ведь я вроде бы здесь все соврал. Так что подождите, подождите. Это, может, так сделать? Нет. Ладно. Еще раз попробуем. Цепь чуть-чуть сдвинулась с места. Лучше отпустить рычаг, иначе канделябр упадет с цепи на пол. Так, я извиняюсь, а что мне надо сделать? Так, ну какой-то смысл есть в этой картине, я это знаю. Портрет лорда Уильяма Моранжи. Так, ну... А, подождите, то есть мне... Так, подождите, в той спальне это та статуя, видимо, это Моранжи? То есть предок его. Так, вот, может, вот этот? Его надо сделать похожим на того, который на картине? Вот. Это типа Что щит. это было? Похоже, я снова запустил какой-то механизм. Да, где-то там. Вот одна решетка открылась. Я даже не представляю. У нас есть меч. Ну-ка. Похоже, я опять включил какой-то механизм. Так. Ну-ка. В камне есть ниша, но отсюда не видно, что в ней. Как-то не видно. Смотри, ты в пару шагах от нее стоишь. Расстояние не так уж велико, но перепрыгивать через пропасть, когда есть мост, это уже несусветная глупость. Ладно. Что еще надо там? Вроде бы было... Так, стоп, подождите. Нет, это уже глупо. Так, а что тогда надо? Как не поджечь факел? Интересно. Так. Ладно. Сейчас еще раз на картину посмотрим. Портрет. А, тут уже ничего нету. Да, тут ничего нету, ё-моё. Чё я тогда сюда пришёл? Так. Нет, 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 нет. Так. Конечно, все это уже проделал, как бы, но все же надо удостовериться, что я все внимательно делаю. Так, нет, телефон использовать тоже глупость. Может, вот здесь что-нибудь есть? Нет? Ой, подождите. Нет, показалось. Ничего, ничего. У нас впереди еще целых 15 минут, так что
Переживем. Не будем сильно торопиться. Кстати, может мне в инвентаре тупо надо что-то смешать? Опа, что это? Я осторожно взял монету в клещи. Надеюсь, я ее не испорчу. И что? Что я сделал? Ну блин, я не могу понять, чего от меня хотят разработчики. Нет, и как мне это использовать? Я извиняюсь, конечно, за... Так, ладно, все, не будем уже по второму кругу все это делать. Блин, замок такой огромный, почему я тут только эти лока... Опа. Видимо, этот факел постоянно горит здесь, в качестве знака уважения к мертвым. Ну, я очень внимательный, блин. Давай, видимо, этот факел укреплен на стене. Снять его будет непросто. Зачем снимать? У нас и так есть факел. Так, и кажется, и мы не зря обмазали саркофаг этим. Устроим лорду Моранже кремацию. Он ее заслужил. Может быть, он и правда стал привидением, поскольку погребальный ритуал не был соблюден должным образом. Кремация, наверное, слабая будет, потому что там, знаете, в современных крематориях, которые в 21 веке, там такие мощные... Что это было? Тут потянуло холодом, или мне показалось? Мне показалось, или... Лучше бы тебе показалось, Макс. Это каменный саркофаг. Да-да-да-да-да. Камень шибить нельзя. Так, ладно, я уже знаю, куда наш новый факелок использовать. О, нет, подожди. Так. Да я не знаю, зачем мне это. А, нет, кажется, знаю. Кажется, монету пора вытаскивать из огня, иначе золото совсем расплавится. И зачем я его плавил, извините? Может, это к нему? Это самое... Нет? А зачем я его, извините, раскалил? Так... Может, к нему надо? О, отверстие. Кстати. Нет. Отверстие, судя по всему, было запечатано воском под цвет саркофага. Огонь растопил воск, и отверстие стало заметным. Да, вот только теперь как нам... Точнее, что нам надо сунуть в это отверстие так, чтобы оно открылось? Или нам что-то налить надо? Блин, а можно тут меч забрать пока что? Статуя слишком массивная? Нет, нельзя, блин. Наконечник стрелы слишком широкий для такой маленькой монеты. Так. А, кстати, там же в погребе же были эти. Боже мой, всего пару раз пересек озеро, а руки уже отваливаются. Надо заняться спортом. Тут же у нас тиски есть. Может, монету туда? Тогда вот это. Хорошо, ты про эти тиски вспомнил, а то бы там еще два на часа этот копался. Мне удалось вставить наконечники копий в тиски, не покалечив себе пальцы.
Неопровержимое доказательство истины, что учиться никогда не поздно. Так, ой. Что там? Наконечники копий зажаты в тиски, один за другим. Так, как это использовать? Как мне тиски в действие привести-то? Хотя наконечники копии уже очень старые и явно побывали в деле, они все еще достаточно острые. Так, ладно, ну... Нет, ну... Что такое? Наконечники копии зажаты в тиски? Нет. Ну, кстати, тут... Доску я смогу ее как-то вытащить отсюда? Камень шипить не получится, да? Почему? Несколько полных и пара пустых бутылок. Ну ладно, что я могу с этим сделать? Делать с этим ничего нельзя. Может, я там просто что-то не подобрал, чтобы... Не, реально, может, я просто что-то не подобрал, чтобы это самое... Кстати, нет. Может, мне отсюда уголь надо как-то достать? Пламя очень горячее. Ой, да это что? Так, может, в тебя что-то надо вставить? Вряд ли благородный лорд носил на шее простую цепь. На ней должен был висеть медальон или что-то вроде этого. Ну, давай соединить цепь с этой монетой, получится медальон. Или проволоку. Не знаю, ему еще на бошку надо что-то надеть. Так, может быть... Нет. Так. Ну нет. Я в растерянности. Что мне здесь надо сделать, я не помню. Я ни черта не помню. Ну что делать? Я его уже и кремировал. И упокоение ему устроил. Что еще ему надо? Кстати, может быть... Это самое. А, их уже тут нет. Не хочу лишать бар... Тут уже никого нет. Странно, что они еще не закрылись. Тряпку заберем? Нет. Опа, что это там валяется? Что это такое? А, боже мой, я такой. Моя внимательность просто зашкаливает. Просто не выдержал такого напора воды. Все равно он валяется здесь никому не нужно. Ну, давай. Шагай обратно в замок. Так. Нет.
А что тогда с этим делать? Я извиняюсь. Так, ну... Так, стоп, подождите, там же уже тиски есть, как бы. То есть, те лезвия в тисках. Так что... Может быть, так что-то сделать надо? Нет. Хотя наконечники копий уже очень старые. Наконечники копий зажаты в тиски один за другим. А что мне тут сделать? Поточить их, что ли? Так, Макс, отойди, ты мне немного мешаешь. Просто тупо не понимаю, что мне надо сделать. Может, в интернете надо опять же что-нибудь комбинировать. Нет. Ну, попробовать стоило. Зачем я эту тряпку взял? Непонятно. Даже для меня. Рыбу схапай. Так, может, еще раз воды набрать? Правда, я не знаю, зачем я это сделал. Так, что здесь? У него что-нибудь спросить надо. Типа, Лорд какую-то Морган, подсказку мне даст? да? Можно задать вам несколько вопросов? Когда вы меня отсюда вытащите? Я постараюсь сделать все возможное. Он какой вредный, а? Кстати. Блин. Вообще без понятия. Просто уже тупо начинаю ходить и ничего не делать. Ой, нет, это спальня. Так, подождите, может, со статуей можно что-то сделать? И водой облить? Блин, видимо, я меч слишком рано вставил. Надо было ее вставить, когда уже после того, как мы там все кремировали. Моя внимательность, наверное, опять просто бьет рекорды. Че, без понятия я. Че творится? Итак, ребята, вот что я обнаружил. Вот это. Как я мог это не заметить, блин? Шип с легкостью прошел через монету.
Лучше даже не думать, что было бы со мной, окажись я в этой штуке. Ну, звук сейчас такой был жутковостенький. В ней соленая морская вода. Так, ну что мне делать, кольцом на того чувака, что ли, его надеть? Похоже, я опять включил какой-то механизм. О, мост опустился. Да и смотри, что там. Здесь маленький ключ. Опа, от чего он? А, может, он того саркофага? Конечно, маловероятно, но вдруг эта игра вообще непредсказуема. Может, она от саркофага, может и нет. Надеюсь, что да. Останки лорда Уильяма Моранга. У него на шее что-то, давай возьми это. Амулет невероятно красив и весь украшен какими-то символами. Прошу прощения, лорд Моранжи. Мне нужно спасти одного из ваших потомков. И я надеюсь, ваш амулет поможет мне в этом. Поможет, поможет, не сомневайся. Так. Ой, не туда. Не представляю, как прикрепить амулет к статуе. А, у нас же цепочка есть. Не получится. Мне нужно что-то, чем можно прикрепить амулет к цепочке. Так, ну, может, подплавить ее чуть-чуть? Не получится. Так, не пойму. Я протянул проволоку сквозь небольшое отверстие в амулете. Если зацепить проволоку одним концом за цепь, амулет должен на ней удержаться. Блин, я уже надумывать начал. Так. Все. Амулет готов. Так, что еще надо? Я опять включил какой-то механизм. Что еще ему надо? Я уже весь замок оббегал в поисках этих предметов. Так, вот решетка. Надеюсь, последняя. Я даже не представляю. Да, надеюсь, она последняя. Так, ну. Давайте еще раз на эту картину взглянем и посмотрим, что нам в ней не хватает. Портрет. Так, вот медальон есть, щит есть. Кольцо есть, меч есть. Вот это шлема, что ли, не хватает? Что у вас? Так, ну... Что вы мне предлагаете сделать, а? Я уже, опять же, по второму кругу начал все это делать. Мои отчаянные попытки попытаться понять, что надо. Так, стоп, может, еще раз тело того предка Моранжи. На его тело, точнее, посмотреть. Нет. Может, с ним надо что-то сделать, а? Хотя я уже все, наверное, сделал.